Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуф, и по просьбе подписчиков я сегодня хочу показать вам, как говорится, волхва Велесова алфавит. Он простой, действенный и больше похож на глифировку определенную. Раньше он на бересте изображался, но сейчас не знаю, как применяют люди, все по-разному относятся к данной магической области. Но это только для магов, а не просто для людей, которые пишут всякую фигню, как говорится, и троллятся над самим собой, видать. Так, приступим. Не будем отвлекаться на людей, которые не развиваются и ничего не понимают в магии. Так, приступим. Вкратце я назову значение каждой, как говорится, буквы, а вам уже решать, как применять. Так, приступим. Первое. Это удача. А вторая. Защита мужа от измены. Третье. Это у нас защита бойца. Четвертое. Это роды. Или помогает в родах еще иногда. А, все по-разному применяют, в принципе. Так, пятая. Самая простая, на полукопыта такой похожа. Защита вдовы. Так, следующее. Это у нас поиск объекта определенный. Так, следующее. Сияющий. Так, выход из тупика. Так, следующая буква. Это как действует, как гипноз. Так, следующее. Это у нас сбить время. Так, следующее. Усилить что-то или какое-то действие. Так, следующее. Это у нас труп некра. Так, следующая буква. Это у нас... Так, подожди, я не спутался еще пока. Побежал, так вот. А, все правильно. Так. Чтобы не уволили с работы или не лишили чего-то. Так, следующее. Коррекция жертвы, то есть психические, энергетические, биологические коррекции. Так, следующее. Это буква унизить человека, уничтожить его как личность, еще что-то, да? Так, следующее. Это полукопыто такое. Вот. Это иллюзия слабый морок. Так, следующее. Это интриги создает. Так, следующее. Когда плохо. Так, следующее. Свести вместе или что-то. Свести какой-то процесс. Так. Выгодно. Или направить, или продать, или какой-то объект создать, да, или что-то сформировать. Так, следующее. Вот. Это ускорить все и вся. Чем-то похоже на зеркальную райда. Но действие другое вообще. Так. Следующее. От негатива. Так, следующее. Это у нас. Так вот. Это остановить стоп родовую силу. Дальше удача. Так, следующая буква. Это у нас уговорить человека или кого-то. Так, следующее. Так. А, удача в поездке, точно я вспомнил. Так, следующее. Это поймать что-то или кого-то, или какой-то объект, или событие. Так, следующее. Это вернуть негатив врагу и магия сна. В принципе, ничего сложного нету. Уже вкратце все разобрано, потому что у меня камера ключит сегодня. Вот. Всем удачи, успехов, с вами был Александр Пичуев, и верьте только себе и никому больше. Удачи!